За 20 лет работы 1065 ребят из различных районов и городов Республики Коми получили в лицее-интернате крепкие знания, которые позволили им продолжить обучение в ведущих вузах страны. МГУ, РХТУ, ВШЭ, МИЭТ, РУДН, МФТИ, СПБГУ. Все эти вузовские аббревиатуры – совершенно привычные понятия для многих выпускников. К слову, только в МГУ прошли и проходят обучение около сотни наших лицеистов. Десятки выпускников лицея стали кандидатами наук и аспирантами. Есть среди выпускников и те, кто продолжил учебу за рубежом – в Чехии, Швейцарии, Германии, США. Например, Михаил Панько защитил в Америке диссертацию и стал профессором философских наук. Наш небольшой лицей заложил в ребятах огромное стремление к учебе, расширил горизонты их познания. Благодаря этому они сумели достичь высочайших результатов. Сегодня наши выпускники работают по всему миру и решают глобальные проблемы человечества на уровне мирового научного сообщества в таких странах, как Великобритания, Норвегия, Корея, Австралия, США, Германия, Израиль, Италия, Новая Зеландия, Швейцария. Большинство выпускников мы видим редко. Кто-то приезжает на вечер встречи выпускников, с кем-то общаемся только по скайпу. Но есть и те, кто рядом всегда, те, кого мы видим каждый день, ведь наши выпускники работают и в лицее. Это методист Ольга Александровна Старцева, учитель информатики Александр Максимович Дурягин, лаборант Татьяна Александровна Попова. Кружки развивающего обучения ведут Екатерина Геннадьевна Осокина и Марина Владимировна Чукичева. Даже дети наших выпускников не понаслышке знают, что такое лицей. Они участвуют в лицейских мероприятиях. Дочка Ольги Александровны Старцевой подавала последний звонок выпускникам 2016 года. Наши выпускники взрослеют, влюбляются, женятся. Екатерина Политова и Александр Кетов. Инна Безносикова и Андрей Пермяков. Мария Арнаутова и Руслан Катаев. Галина Вахнина и Семен Сидюров. Анастасия Хитрик и Михаил Лихачев. Полина Гурьева и Михаил Семяшкин. Анна Федорова и Дмитрий Битюков. В этом году сыграли свадьбу выпускники лицея, дочь учителя физики Игоря Владимировича Куликова и сын учителя математики Елены Валерьевны Макаровой. Мы приглашаем на сцену молодую семью Екатерину и Андрея Макаровых. Нам так приятно вас поздравить и пожелать вам жить без бед. Пусть счастье вас не покидает. Здоровья вам на много лет. Сегодня мы зарождаем новую традицию. Вручаем вам замок. Залог крепкой и счастливой семейной жизни. Вы будете первыми, кто закрепит замок на нашем лицейском заборчике. Зай-зай-зай-зай. Зай-зай-зай-зай. Зай-зай-зай-зай.